В общем, я пришел домой, выписал их объявление на листочек, ну, чтобы мне было понятнее. Я почитал это, я это просто прочел и как бы вот подумал. Теперь, в принципе, посмотрев это видео, ты можешь тоже подумать, как бы головой, за что ты платишь свои денежки. Денежки ты свои платишь за это. Из кармашечка из своего. Деньжата, деньжата вот так уплывают вот в эту организацию. В этом объявлении написано 4 пункта, то есть отчет ревизионной комиссии о хозяйственной деятельности. Утверждение сметы, сразу же утверждаем смету доходов и расходов. Выборы членов комиссии, правления. И четвертый пункт, разное. Вот четвертый пункт просто разное. Раз такие пироги, то у меня есть для них свое объявление. Межквартирные лестничные площадки в ужаснейшем состоянии. Лестницы, перила в ужаснейшем состоянии. Лифтовые и иные шахты. Лифтов у нас нету, но иные шахты просто ужаснейшем состоянии. Коридоры. Коридоры, вонючие коридоры. Коридоры вонючие и без ремонта. Технические этажи захламлены. Технические этажи просто захламлены дерьмом. Чердаки, ох, чердаки, захламлены дерьмом. Текут ваши чердаки. Подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации. Подвалы завалены дерьмищем. Подвалы запаяны, заварены, чтобы туда никто не попадал. Там лягушки прыгают в подвалах ваших. Крыши. Пятые этажи плавают просто. Они плавают, вот дождь идет, они плавают по квартире. По квартире плывут. Ограждающие конструкции дома нет. Их повыдергивали их еще в 90-х годах. Повыдергивали, как бы на металл сдали. Так новые и не воткнули туда. Нету их. Электрическое оборудование, ну то есть щиточки вот эти электрические. Разбитые все в хламиду монаду. Просто нету их. Нету просто их. Земельный участок вот вокруг дома. Вот вокруг этого самого дома. Вот он должен быть озеленен. Как бы он должен быть с элементами озеленения. Когда последний раз проводились озеленения? Вот эти туйки, которые там 3 штуки выдернули где-то и туда воткнули, они засохли. Это вы называете озеленением? Озеленением это вы называете. Стояки, ответвления от стояков. Ребятки, вам нужно обслуживать. Вам нужно их обслуживать просто и как бы вот потрогать эти ржавые стоячки, вот эти стоячочечки. Внутридомовая система электроснабжения. Вот это вам надо посмотреть. Вам надо просто пойти как бы в подвал спуститься и посмотреть вот эту внутридомовую систему. Вот эти вот огромные щиты, которые горят у вас каждую весну. И вы ходите, бабки собираете и чините их за счет нас. В общем, знаете, сколько я еще могу разговаривать и говорить вам, что они должны делать? Это только один лист, у меня их вот сколько у меня этих листов. Они ни хера, блядь, не делают. И просто надо гнать в шею. Вот так, метлой, блядь. Метелка есть? Вот у вас есть метелка? Гнать надо в шею. Нужно собрать нормальное собрание, на котором будет хотя бы 70%, даже можно 51% по законодательству. Может быть 51% это будет большая часть. Найти нормальных подрядчиков найти, которые будут это все делать, блядь. Они будут делать эти ебаные электрощитки, они будут делать нормальную уборку, они будут делать все, подвалы почистят. То есть они будут подряжены под это. Они вот такие вот собрания, на которые приходит 15 бабушек, и мы вот все мы порешали. Как 6 марта она может собирать собрание, эта организация? Завтра пятница. Пятница завтра, рабочий день, выходной день. Собрались, 51% народа собрался, нормального подрядчика, который будет выполнять все свои работы. И все, больше ничего не надо, ничего вообще. Вы платите эти деньги, реально, ребят, вы подумайте, вы платите бабки, вы нихера, блядь, не получаете. Вот они объявления вам пишут, каждый раз вам на лоб его вам приклеивают. И вы типа читаете, у нас там собрание, и вы платите нам. А вот это кто будет делать? Вот это кто будет делать? Я его буду делать, это объявление, вот это. Кто вот это будет делать? Ага. Бабушка кто? Дедушка кто это будет делать вообще? Какая организация будет это делать? Вот это. Я просто домой иду с работы, темно, блядь, на улице, темно, ну, природа такое заложена, темно, ночью иду. У меня даже лампочки не светятся, лампочки не светятся над моей лестницей. Там можно себе нос поломать, нос или коленку можно, руку можно сломать. А если мама идет с ребенком, с коляской, она идет так, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, то как?
ей подняться, когда там нету света. Его там просто нету, просто эта организация, она не делает ничего, понимаете, она бабки бьет, а нихуя не делает. И вот так вот прямо скажу, нихуя она не делает.